Шримад Бхагаватам. Шри Гурубхьо Намаха. Хари Ом. Песня первая. Глава первая. Вопросы мудрецов. Текст 13. Танна шушружаманам архасьянгану варнитум ясья батаро бутанам кшемая ча бабая ча. О Сута Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей, ачарьев, ибо и излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается. Комментарий. Здесь перечислены условия, необходимые для того, чтобы слушать трансцендентное послание абсолютной истины. Первое условие состоит в том, что слушатели должны быть очень искренними и гореть желанием слушать его. Говорящий же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного ачарьи. Трансцендентное послание Абсолюта не поймут те, кто поглощен материальной деятельностью. Под руководством истинного духовного учителя человек постепенно очищается. Таким образом, необходимо принадлежать к цепи ученической преемственности и научиться духовному искусству смиренного слушания. В случае с Сутой Госвами и мудрецами Наимишарани все эти условия соблюдены, так как Шрила Сута Госвами принадлежит к цепи преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, а мудрецы Наимишарани – искренние души, горящие желанием узнать истину. Таким образом, все требования выполнены, и поэтому трансцендентное повествование о сверхъестественных деяниях Господа Шри Кришны, его явлении и уходе, его рождении, его нисхождении, формах, именах и прочем легко понять. Такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного познания. Хари. Сат, сат,